Это с вами Сани. Мы на канале Мисс Сани. Сани уже в воде. И говорит, мама, бери камеру и снимай. Ну, я надеюсь, что сегодня уже все хорошо. Мы одели, видите, как купальничек уже целый. И с маечкой же не будем купаться. Ну что, Саня, давай наслаждаться хорошей погодкой. Вот мои ножки тоже совсем вот водички. Я совсем сижу вся на бережку. Что? Да, ну давай тут здесь лучше, наверное, да? Да, погодка, короче, радует. Сейчас покажу. Вот. Смотрите, как красиво. Все сидят. Вот все, что кто-то, вот смотрите, вообще девчонка сидит. Ну давай, плыви, Сани. Невозможно, животик достает до дна. Ну давай, иди немножко поглубже. Давай с тобой. Ой, водичка так суперская. Давай я тебя, ты ко мне, я знаешь как, давай зайду вот так и буду тебя снимать вот отсюда, сейчас. Вау, как приятно. Идем. Ну? Идем. Тут оставаться, волны большие. Ну, я боюсь, Саня, немножечко, чтоб... А, брызгается уже, да, брызгается. Мы потом такую там палку нашли, Сани, будем делать флаг, будем делать лагерь наш. Копаем его там, где мы лежим, и майку мою белую повесим. И вот будет это, флаг мира для всех, да? Да? Я сейчас буду голову А наш замок стоит, кстати. Вау, нерушимый. Как мы, да? Да. Сани. На второй день. Да. Как стоит. Я бы хотела сделать мостик, но не получится. Ну нет, в море, может, не надо, упадешь, да потом еще знаешь, как будет. Мы с этой подружкой это сделали. Да? Да. А, и там, в этом женском пляже, когда были? Да. Под водой делали. Пока. Классно, слушай. Я плыву от волны, подальше. Давай, я иду на бережок, сяду тогда рядом с твоим этим прекрасным замком. Ой, тут какая теплая водичка, Сани, супер. Почему? От воды. Я сейчас буду делать, смотри. Хочешь пельмень? Ай, давай. Песочные пельменьки? Да. Давай. Сейчас буду таким, ну, цепелин. Это по-литовски цепелины. Кто не знает, это идет картошечка вареная и... Зеленая, ее надо на терку потереть, крахмал отжать, делается вот такие вот. Кстати, похожий цвет даже, как вот теперь у Сани песочный. Туда кладется мясо или творог, потом же это все варится. Да. И потом, короче говоря, очень вкусно со сметанкой кушается. Национальная кухня литовская. Один печется, сейчас будет с собой. Будем вариться, как эти цепелинки, Саня. Саня, покажи, что это.
Покорительница волн? Ну давай, Сани. Да. Молодец. Молодец. Ой, ну вода так прекрасная. Сейчас мама поснимает, тоже пойдет искупаться. Очень, очень. Тут вообще как чай вода у берега. Вот здесь потеплее как. Ну, я тебе говорю, очень теплая водичка. Ну и поглубже. Ну. Ну давай, тебе может тут даже лучше будет. Сегодня людей опять много, понемножку. Мяч! Вау, чей мяч? Ну как ты возьмешь его, Саня? Он же не наш. Ну так как ты пойдешь его возьмешь? Нет, это может вот этой девчонки там видишь? Нет, она уже взяла свой мяч. Это уже как ты захочешь, Саня. А я смогу ходить на лохавке и на лимонке? Не знаю. Не успеем все. И школа не очень, Саня, наверное. Это надо определиться, чего ты больше хочешь. Я хочу домой. Ну вот, не знаю. Будем решать. Я хочу получше лохавку. Да. Я не взяла сегодня. Давай вылезай немножко. Побудем на бережку. Все, мячик уплыл. Он сейчас далеко-далеко поплывет. Пока-пока, мячик. Ну все, кто-то не досмотрел, наверное. Да, или оставил специально, или просто ушли, оставили, а он поплыл, да. Наверное, Саня. Наверное. Опа! У меня попа тоже замочилась немножко. Да. Ой, вот так мне получится. Ой, так хорошо. Да? Давай пойдем эту булочку с этой сосисочкой съедим по одной. На мост кто-то сел. Я еще яичницу там взяла от утра, что осталось. А? Да, в коробочку. Яичницу? Да. Взяла яичницу. Взяла яичницу. Ой, вот смотрите, самого дня. Тут только коленка больно. Ну давай. Идем покажем эту палку такую, Сани. Я сейчас в воду перенесу. Ну давай, беги. Вот какую мы большущую палку имеем. Смотрите, мы ее будем, короче говоря, ставить вот так вот вверх. И будем. А ты ее, кстати, не надо было мочить, Саня. Как я теперь майку к ней прикручу? Но она же теперь мокрая, и маечка мне будет потом грязной. Я ее помою, она. Давай сушить на берег. Пусть да. Сушится. Вот, смотри, здесь глаз. Вот глаз. Нет, тут видишь такие вот дырочки. Вот. А, точно, глаз, смотри, похоже. Рот. Да. Знаешь, на кого? Слушай, на... Бегемот. Да, на бегемота или на как... Да, или какое-то существо морское такое классное, да, такое он веселое. Он пьет. Да. Морское чудовище. Я только хорошее. Ой, ну то.
точно, Саня, слушай, покажи вот так прям. Подожди. Оп. Ой, очень. Ну точно, слушай, какой красивенький. Он роется в песок. Вау, Саня, чудовище, друг, да? Класс. Ну что, пошли булочки кушать? Ну, проказница, осторожно. Саня, давай мне эту. Все, уже далеко куда-то он уплыл. Я даже не вижу. Вот он где, видишь, Саня? Ну, все? Очень далеко. Да. Я знаю, ты далеко, между нами города, города. С тобой у нас всегда, навсегда. Но? Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока, пока, пока. Будьте с нами, веселитесь, проводите время летнее. Вау, класс. Ну, она сейчас на 3 часа каких туда застряла. Пока. Пока, пока.